начались тренировки, ребята. Но у меня грустная новость. Наш тренер Евгения Николаевна уехала в другой город. И с нами будет учиться Наталья Сергеевна. Я не боюсь. Ну что ж, пока попрыгаю. По-моему, кому-то нравятся батуты. Лиса, подадим? А тебе что больше нравится? Батуты или гимнастика? Мне все нравится. Все нравится. Ну, ты даешь. Класс. Посмотрим, как ты будешь сегодня заниматься. Новая группа у Велиславы. Соединили девочек. Наталья Сергеевна и Евгения Николаевна. Мои там бегают. Старшие. Наверх вытягивается. Молодец, Шлюха. Отличная. Два. Поменяли ножку. Лиза и поехали. Раз. Стопы натянули. Бедро поднимаем. Раз. Молодец. Как ты ест коляка наверх. Два. Сценический бег. Девочки. Поменяли бок. Так, кто-то не старается у нас тут, по-моему. Пошли животиком, голову не убираем, да? Животиком наклоняемся. Раз, вкладочку. Раз, два, я вижу. Раз, и два. И раз, и два. И раз, и два. Теперь делаем. Раз параллельно полу, два до пола. И потом три прямой спинкой. Четыре. Готовься. И раз. И два. И три. И четыре. И раз. И два. И три. И четыре. И раз. И два. До пола. И три. Давай. Четыре, Лиза. И раз. И сложилась пополам. Давай, давай, животиком до ног, молодец. И три. И Алина, когда выпрямилась, у тебя горб остался. И раз. И два. И три, прямая спинка. И четыре, последний разочек. И раз. И два. И три. И четыре. Хорошо. Я не знаю.
и раз, сжимаем колено. Смотрите, кто у нас в гостях. Раз. Это же гимнастика и растяжка. Раз, себе два, три, четыре. Раз, два, пошли. И раз, два. Ну нет, нет, нет. Ну как, всех взять. Сразу подкачка. Меняй ножку, да? Угу. Ох, Велеслава не забалует теперь. Завтра все будет болеть. У всех. Да, ноги-то не выпрямляются. И раз, два. Собрали ноги на спину. Четыре. И раз. И ниже ноги. И раз. Туда. И раз. Три на спину. Четыре. Раз, колени выше. Встали. И готовили правую ногу. Новая звезда Аделия. Ну и Лиза, как обычно. Можешь сама ножку загнуть под мышечку. Всякие тут ходят. А кто ты? Кто ты? Я батутист. Кто? Ты кто? Я сова. А, понятно. Коман сова, француз у нас. Ну давай, покажи нам класс и мастер-класс. Как мы разучились тело, садиться тело, на шпагат. Так, так, так. Колени выжало. Два. Ника, где ты? Маша. Почему завернулась так вся? Кто болтает? Делаешь или нечего? Разворачивай меня. Смотри, куда у тебя нога ушивает. Вот это да, вот это да. Да, на правый. С правой ноги поперечный. Так, Велеслава сейчас полчаса будет садиться. Нет, сядь на колено. Вот, тогда микрофон держи. Сверху. Ну, свет, микрофон. Дыши бедра. Что страшного?
Давай, подними животик. Животик подними, ты должна быть точно на одного. Бедро закрываешь. Сюда. Я отпущу, ты держишь ногу? Привет. Держишь? Давай. Давайте, давайте, я ставлю будильничек. Ну-ка, ну-ка. Животом не заваливаемся, животиком держите ноги, девочки. Эвелина еще досаживается. Да, да. Руки где? Вот ты видишь, что ногой заворачиваешь? Нога, да, что? Вот здесь, вот так. Закрывай бедро заднее. Подними животочку. Над ногой заднее бедро закрывается. Сядь ровно на коленку. Сядь еще раз. Вячеслав, на коленку еще раз сядь. Ровненько, вот. И вот здесь ровно ножку поставь. Вот теперь потихоньку задней ногой двигаешься, бедра не уводи. Все, этого достаточно. Сидишь на одногой. На одногой. Колено. Вот. Досаживай, досаживай ногу. Руки достала. Ты какой ручка? Пишешь правой? Руками туда пропишься. Вперед. Куда выше? Куда выше? Все, начались растяжки. Шире ножки, шпагат. Не лицом. Подряд, подряд. Еще быстрее. Раз, раз. Еще сразу, сразу в пол. Другую. Ника, подними голову. Маша, ты вниз дави. Сели. Первая тренировка, физуха. Еще раз. Пошли. Ножка к ножке. Вот так. Еще раз ножку оставь высоко. Где минус? Нету минус. Переворот, ножки поменять в воздухе. Поменять, да, вот так. Начать с одной, приземлиться на другую. Поменяй ножки в воздухе. Раз, два, раз, два. Два, да. И встаешь. Шпагат, шпагат. Два шпагата. Хоп, хоп. Халтуришь, Дашенька. Нету шпагата. Первого нету шпагата у тебя. Вот так. Шпагат, шпагат.
Нет, Лиза, прямые. Вообще не делай вот так. Да. Подкинь. Оп. За штаны. Давай, давай, давай. Голову рань. Ты рано прогибаешься, не прогибайся. Две ноги сразу. Ну, прямыми. Ну, чуть-чуть. Ну и все, и пошла на мостик. Пошли, еще делаем. Иди. Не прогибай, вот тут держи до последнего животик. Вот. Да, молодец. Не стала бросать предмет. Нет, еще раз двигайся, выпрямляй. Вот. Ты как делает? Ага, Айна почти. Давай. Сразу пошла нога вверх, пошла вверх. Ой, ой, ой. Ноги шире. А сделай со своей любимой ножки. Еще дотягивай вторую. Вторую выпрями быстрей. Ой, класс. О, все, силы кончились. Делает? У меня тоже тут. Оба. Растяжка есть, ума не надо, да? Наконец-то добрались до переворотов. Черт, не успела снять. Сделай разочек ее. Раз, раз, раз. Вперед, да. И смотри, ты плюхаешься. Подумай еще раз. Стой, подумай. Так, женщина, что-то не то мне тянешь.
Стой, не так выворотно, давай. Вот, вот так, поняла? Чтобы у нас изгибчик получился, птичка. У вас сейчас телефон выключится. Птичечку, вот так. Все, все, ей птичку надо, да. А, у меня скрипят кости. Еще 20 секунд. Ну, выдавит и подъем. Вот так, сидни. Сквиз. Как по-английски выдавить? Сквиз. Да. Вот так. Вот так. Десять разочков всего лишь подбородочком, Дашенька. Вот так вот. Угу. Простой поклон давайте. И раз, и два, и три, и четыре. Похлопали. Все. Свободны. До завтра. До свидания.